Наталья Шульга родилась в Сочи в 1970 году. По специальности она дипломированный филолог и юрист. Ранее Наталья Шульга руководила цирками в Курске и Ярославле, а также занимала должность финансового директора ростовского цирка. Шульга в том числе занималась социальными программами и проектами государственной российской цирковой компании, благодаря чему в 2011 году Росгосцирк стал лауреатом премии Всероссийского фестиваля социальных программ содействия, проводимого правительством страны. Я очень рада, что нынешнее руководство поддерживает все социальные проекты, которые и мной были инициированы, которые существуют вообще в компании Росгосцирк. И есть такое, ну, как бы понимание между руководством и как бы дирекцией цирка сочинского на том, чтобы сделать ту же модель, которая была в Ярославле, только уже более инновационную. Вот, поэтому я думаю, что все, о чем мы с вами говорили, и все, что вы видели в Ярославле, будет присутствовать и в сочинском цирке, и даже больше. Спасибо.